Привет, друзья! Повеселю вас немножко. У меня тут с утра такое супер-мега-предложение, что я даже не знаю, что и делать. Вообще, может, посоветуете, соглашаться или нет? Пишет мне парень с аватаркой футболиста. Вика, ты шикарна, дивка. Я сначала прочитаю на украинском, потом переведу, кто не поймет. Просто на украинском это звучит еще прикольней. Віка, ти шикарна дівка. У мене пропозиція. Я до тебе приїжджаю на тиждень, ти мені з білетом допоможеш, назад додому плюс кімнату даш, і ми будемо гуляти містом, общатись. Я дійсно не мав відносин, але хотів би з тобою там відносин. Там сексуальних навіть. В общем, мої недоліки. Я дуже нервний, у мене ріст 183, я у непоганій формі, темно-русий, на мене так люблять просто дивитись жінки і люблять просто говорити. В общем, я іноді радість, іноді роздражаю. В общем, подарю тобі радість і щастя за цей тиждень. Ти шикарна жінка і тобі потрібний класний чувак. Подумай. Пишу тобі, ти кажеш, що замужем, а я сумніваюсь, тому пишу. В общем, подумай. Тиждень радості і щастя, але якщо відмовиш, то з радістю буду тобі писати по пару фраз там на тиждень. Ти не обіжайся. Перевожу на русский язык. Вика, ты шикарная девка или баба, не знаю, как переводится девка на русский язык, девчонка, ну, вряд ли. У меня есть предложение к тебе. Я приезжаю на неделю, ты мне с билетом помогаешь и назад домой, плюс комнату даешь, и мы будем гулять городом, общаться. Я действительно не имел отношений, но очень хотел бы с тобой отношений, даже сексуальных. В общем, мои недостатки. Я очень нервный. У меня рост 183, я в неплохой форме, темно-русый, на меня так любят смотреть, просто смотреть женщины и любят просто со мной говорить. В общем, я иногда радость, иногда раздражаю. В общем, подарю тебе радость и счастье на эту неделю. Ты шикарная женщина и тебе нужен классный чувак. Подумай, пишу тебе, ты говоришь, что замужем, но я сомневаюсь, потому пишу. В общем, подумай, неделя радости и счастья, но если ты откажешь, то с радостью буду тебе писать по пару фраз там в неделю. Вот такое у меня супер предложение. Я не знаю, друзья, вот смотрю и думаю, ёлки-палки, оплатить, наверное, надо дорогу и проживание, тут покормлю недельку, поразвлекает меня, походит со мной по городу, порассказывает мне что-нибудь там, может, даже секс у нас будет. Ну, вообще, конечно, блин, такое предложение. Я не знаю, что делать, что делать. Надо быстренько искать денег на билет. Вот. Ну, а если серьезно, конечно, не знаю, мне кажется, человек неадекватный, потому что тут была выше переписка, я постаралась не грубить так это вот. Ну, в конце сказала, так, дорогенький, пропоную зникнути дуже швиденько. Это по-русски будет так, дорогой, предлагаю исчезнуть очень быстро. Вот. Так что вот такой вот он есть у нас. Роберт из Нидерландов. О, Нидерланды, слушай, Роберт, это очень дорогой билет. Не потяну, блин, жалко, но не потяну. Денег не хватит, понимаешь? Вот, поэтому извини, но нет.